Ребята, всем привет, у микрофона, как всегда, Рамзес. Сегодня продолжаем играть на серию под названием Zombie Galaxy. Ребят, здесь вышло новое обновление, посмотрите, какие просто-напросто пушки добавили, посмотрите, какие новые ножи добавили. Сегодня мы это все посмотрим, ребят, поэтому сажитесь поудобнее, будет реально очень крутой и классный видеоролик. От вас лишь хотел попросить, чтобы вы влепили лайкосик, подписались на канал и, конечно же, нажали на колокольчик, ребят, потому что уже скоро глобальный конкурс я запущу для вас. И чем больше лайков вы наберете, тем глобальный конкурс выйдет для вас быстрее. Просто посмотрите, как эта пушка вот такая выглядит. Очень, ребят, классно. Посмотрите, просто, ребят, космически круто. Давайте сразу же начнем с ножей, получается. Прописываем команду Knife. Вот быстренько вам все ножи покажу, которые здесь есть. Последний нож обновили, ребят. Он выглядит сейчас очень-очень красиво. Я нигде таких ножей не видел, ребят. Вот, просто новый авторский такой, можно сказать, нож. Очень красивый, ребят, еще раз повторяюсь. По классам зомби Galaxy скорость, двойной прыжок, большой прыжок, заморозка, огонь, веном, яд, Танатос, телепорт и люкс. В принципе, я думаю, вы все прекрасно знаете эти зомби класса. Так, кабинетик нам нужен, давайте сыграем лотерейку. И как-то нужно поставить лазер на мины, только вот мужики, где они находятся, нет отдачи, бесконечно патроны купим, бонус меню здесь, так, линии за спиной можем включить, стиль получается, так, а как у нас новый раунд что ли? Здесь, кстати говоря, еще добавили немезиду новую, сделали, так, но только в пятом раунде мы можем это сделать, я сделаю ее и в принципе также вам покажу. Новая моделька дьявола, то есть очень красивая, ребят, вы зацените ее, я вам отвечаю просто, поэтому все будет классно. Нет отдачи, бесконечно патроны, лимит брони у нас 250. И в принципе все, гранатки давайте повыбрасываем. Вот такая вот огненная, в принципе, гранатка у нас 2. И граната заморозочка, ребят, их пока что не трогали. Так, мишки привилегии здесь также добавили новые пушки. Сейчас я вам также продемонстрирую и покажу. Заходим в менюшку привилегии. Так, вот цены изначально вам покажу на привилегии. Если хотите, заходите на сайт BossKS. И покупайте какие-либо из привилегий, если вам понравится. Так, вот, смотрите, ребят, менюшка главного админа получается. Способность, давайте включим гравитацию, свечение зеленым, бронюшку, вот, Galaxy Акула, Galaxy Дракон, Galaxy Стрелы и Galaxy Jetpacks. Так, давайте, мужики, возьмем Jetpack, как он выглядит. Ой-ой-ой, я случайно пушку эту дропнул. Так, нам нужно посмотреть какие-нибудь пушки. Так, а где мне админ написал, что обновил? Получается, Galaxy Дракон мы только что взяли. Но здесь старая пушка, получается, это. И нас заразили. Давайте М9 быстренько антидотик. Нельзя, что ли, взять? Так, вот, все, мужики, взял. Слава богу, повезло нам. Давайте, давайте, давайте. Вот. Так, а джетпак где у нас? Вот, такой джетпак тоже, все, короче, понятно. Спасибо, братан. Подписчик сбросил, красава, просто лучший, реально. И можем посмотреть, где, потому что мне админ написал, вот, в менюшке. Вот в этой менюшке, ну сейчас мы посмотрим Galaxy Акула, то есть это да, это такой. Ну вот ядовитая бомба, сейчас посмотрим, сколько сносит хпшек. Так, только почему-то она не стреляет, мужики, я не знаю, с чем это связано. Давайте посмотрим, сейчас день 4 у нас получается, сейчас день 5, и мы можем сделать себя, ой, паренька какого-нибудь немезиды. Давайте вот, опа, ну почему-то не срабатывает, только в 5 раунде, а это у нас по факту тогда 4 получается. Окей, будем ждать. Да, тогда сейчас повыживаем, посмотрим, сколько вот эта ядовитая бомба сносит хп. Так, М24, М25, смотрите, мужики. Здесь, кстати, еще новую пушку, да по 400 хп. Кстати, ребят, если выживать, то это прям вообще топовая пушка, можно сказать, потому что сносит она реально очень много хпшек. В кабинете здесь, ребят, точнее, вот в бонус меню, здесь самое топовое оружие сервера, Galaxy Gun Gnir и Galaxy Звезды. Я вам уже показывал вот эту пушку, вот эту вот пушку новую также добавили. Смотрите, она стреляет вот такими вот можно сказать, электронами, и на правую кнопку мыши тоже дамажит вот так вот зомбаков. Это тоже очень классно, по 300 хп, и вот практически завалили данного паренька. И сейчас у нас получается новый раунд, я вам продемонстрирую модельку дьявола новую, ребят, давайте вот, опа, чужой получается, вот, смотрите, где у нас дьявол, чтобы вам показать, братишки. Так, джетпак у нас есть, все супер.
Так, во, ребят, новая моделька дьявола. Как вам она, ребят? Как вам одна по 10-бальной шкале? Как по мне, так очень красивая, очень классная и круто выглядит. Братишка, можешь не двигаться, а тебе за скринью на видос попадешь, братан, братан. Угу, я понял, спасибо. Так, просто взял нас и завалил. А как нам сейчас его заскринить? Я вот без понятия, он прям бегает очень-очень быстро. И очень сложно нам его завалить. Я вот не знаю, что нам и как делать тогда. Братан, можешь не двигаться, я тебе заскриню, пожалуйста. Красивый скриншот сделаю. Все, не двигайся, братишка, пожалуйста, не двигайся. Так, ну там кто-то паренек. Пацаны, не стреляйте по нему, не стреляйте. Так, короче, я уже прошу пацанов, чтобы не стреляли по нему, потому что хочу заскринить, а у нас все не получается, не получается. Здесь еще подсветка. Братан, выключи подсветку, пожалуйста. Выключи подсветку, свечение у себя убери по-быстренькому. Так, все, сказал братишка, чтобы свечение у себя убрал. Пацаны, отойдите все, отойдите, пожалуйста, заскриню вас всех потом. Так. Ну я не знаю, что-то... Братан, дьявол, иди сюда, вот сюда, поближе ко мне. Так, вот, мужики, короче. Пацаны, кто хочет на видос попасть, вообще остановитесь вот сюда, все около стены, я вас всех заскриню. Быстренько остановитесь, только не убивайте дьявола, никого, остановитесь, все красиво в скриншотик попадете. Около стены вот так вот становитесь и смотрите на меня. Давайте быстренько, дьявол, тоже становись. Пацаны, не стреляйте только по дьяволу, дьявол, тоже становись с пацанами. Братишка, да, вот так вот, все, сейчас, пацаны, только не двигайтесь, сейчас я вас заскриню, красивый просто топовый скриншотик сделаем. Так, все, не двигайтесь, мужики, возьмите джетпак, заберите, заберите джетпак, давайте, я вот так вот лучше сделаю. Давайте мы сейчас вот так дропнем данный джетпачок сюда, мужики, и красивенький, красивенький, просто нужно скриншотик замутить по-быстренькому, мужики. Так, свечение просто, чтобы у дьявола пропало, нужно, вот. Ну, как по мне, так моделька дьявола... намного лучше стало, намного красивее, намного лучше, мужики. Очень мне нравится, очень прям. Все, спасибо, пацаны, на видосе все попадете. Можем продолжать играть. Еще где-то новые пушки, короче, были, ребят. Я точно вот не помню, потому что админ сказал в менюшке главного админа, в бонус меню там, получается, пушки добавил. И, ну, очень много разных приколюх. Также моделька выжившего заменили. Ну, реально, очень много, ребят, разных приколюшек, топовых. Поэтому, если у вас будет желание, обязательно заходите на сервачок, играйте, конечно же, кто хочет покупать привилегии. Ну, а с вами был Рамзей, все дела. Всем хорошего настроения, братишки, всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока.